Здравия, соратники! Сегодня у нас обзор фильма «Дающий» The Giver. Фильм о некоем обществе. Обществе прошлого, которое создано таковым после некой катастрофы. Идея освобождения заложена в этом фильме, и один выведет всех. Если людям дать свободу выбора, они выбирают не то. Почему всегда хэппи-энд? Потому что дважды одно и то же происходить не может. Идея жертвенности почему-то пронизывает всю литературу. Добра всем и до новых встреч!